Мы начали строительство учебно-конструкторского центра Makerspace AUCA. Это очень важный проект для развития молодежи, студенчества и предпринимательства в нашей стране, в регионе в целом. Makerspace – относительно недавно возникший термин. Сегодня он обрел всемирную популярность. Makerspace – это, с одной стороны, пространство, где установлено оборудование высокотехнологическое для создания прототипов различного рода. Высокотехнологическое оборудование, большое разнообразие, цеха Makerspace могут отличаться сильно друг от друга в зависимости от того, какое оборудование в них установлено. Мировая практика такова, что обязательно в Makerspace присутствуют лазерные машины, высокоточные резаки, 3D-принтеры, оборудование для графического дизайна, бывает устанавливают швейные машины. Такой набор оборудования будет в нашем Makerspace. Makerspace – это сообщество людей, которые думают о проблемах общества, на основании этого придумывают идеи, как эти проблемы общественные можно решить, с помощью каких продуктов, услуг. И с помощью оборудования создают прототипы, которые впоследствии могут выйти на рынок. Как с точки зрения в интересах бизнес-деятельности, так и с точки зрения социального предпринимательства. Миссия AUCA – это развитие образования, обучение молодежи в Центральной Азии, для того, чтобы эта молодежь могла принести благосостояние, процветание нашему региону и нашей стране. Makerspace не будет предназначен только для студентов AUCA. Он будет открыт для всех желающих. AUCA преследует цель сделать образование как можно более доступным для людей, включая тех людей, у которых нет материальных возможностей получать качественное образование. И Makerspace в этом отношении очень важный проект. Он позволит обеспечить доступ к оборудованию тем, кто не может его самостоятельно приобрести. Оборудование, которое будет установлено в Makerspace, оно дорогостоящее. Но за счет коллективного использования членов сообщества мейкеров, такого разделенного использования, оно станет доступным для каждого отдельного члена сообщества. Вот эта идея преодоления барьеров, эта идея предоставления равных возможностей людям, особенно молодежи, для получения образования, для наращивания собственного потенциала, для того, чтобы они могли твердо стоять на ногах в своей жизни, для того, чтобы они смогли стать свободными, независимыми, самостоятельными членами нашего общества. Вот эта идея очень дорога AUCA. Это такой маленький шаг на пути к дальнейшему росту, развитию образовательных инициатив. Я вижу это так, что AUCA еще более открытым станет, еще более доступным для молодежи. Вы знаете, наш вот новый кампус, который в 2015 году был построен, он открыт для всех. Makerspace – это еще один шаг на пути к этому, для большей открытости. Преодоление барьеров и равных возможностей – она ключевая. Good luck, Makerspace! Спасибо.